Сегодня глава региона Дмитрий Кобылкин провел заседание правительства Ямала. С докладом об итогах работы по обращениям граждан в 2017 году выступила заместитель губернатора, руководитель аппарата главы региона Наталья Фигаль. Она отметила, что в адрес властей ямальцы направили 31 тысячу обращений. На личный прием пришли более 10 тысяч граждан. Из них 7,5 тысяч человек обратились к власти на местах. Среднеокружной показатель общего количества обращений на тысячу жителей в округе составил 58. На продолжении ряда лет повышенная активность наблюдается в муниципальных образованиях Шурышкарский, Ямальский, Красноселькупский районы в городе Лабытнанги. Реже остальных к представителям власти обращаются жители городов Ноябрьск, Новый Уренгой. Показатель там ниже среднего. Что касается тематики обращений, то изменений в отчетном году не произошло. Как и раньше, наиболее актуальна для жителей округа тема улучшения жилищных условий и переселения за пределы округа. Часто поступают обращения по вопросам жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы, градостроительства и благоустройства. Также Наталья Фигаль отметила, что выросло качество рассмотрения поступивших вопросов. Об этом говорит снижение показателя повторного обращения на 8%.